нестандартно, увлекательно, актуально. Сотрудники Ульяновской областной научной библиотеки стали авторами книги «Квестбук по Ульяновской области. Книга литературных явлений». Проект был реализован Карамзинским фондом поддержки культурно-исторического наследия при поддержке фонда президентских грантов. «Квестбук» – это уникальное краеведческое издание, в котором отражена вся литературная жизнь нашего региона. А на страницах нашего издания представлены такие известные наши земляки, как Гончаров, Карамзин и многие другие. Конечно же, мы не могли пройти мимо и взяли тему, в том числе и национальных писателей, которые тоже стали героями нашего «Квестбука». В книге несколько красочных разворотов с открытками. Ее оформлял ульяновский художник Павел Клементьев. Один разворот посвящен фольклору, симбирским легендам и преданиям. Не забыли авторы и о литературных символах Ульяновской области – букве «Ё» и «Колобке». Также в издании собраны сведения о литературных местах и библиотеках Ульяновска, редких книгах. В целом книга представляет собой издание нового типа. Квестбук – это некий путеводитель, и с его помощью можно составить свой экскурсионный маршрут. В первой такой экскурсии нам посчастливилось поучаствовать. Маршрут основан на легендах, связанных с историческими героями или местными объектами. Например, во время экскурсии можно услышать рассказ о Богдане Хитрову, основателе города, легенду о Степане Разине, предводителе крестьянского восстания, а также узнать о загадочной серебряной пластине, заложенной в основании императорского моста, и поговорить о загадочной Майской, или, как ее еще называют, Лысой горе, куда на шабаш прилетают ведьмы. Экскурсия была на самом деле очень интересной. Узнаешь множество новых фактов о литературной жизни и истории нашей области. Интересен также и сам формат квестбука, то есть достаточно молодежная, яркая форма подачи материала. Но особенно понравилось то, что ты сам можешь спланировать литературный маршрут, посетить наиболее интересные места. Во второй половине августа книга будет передана в районные библиотеки муниципальных образований Ульяновской области, библиотеки, носящих имена литературных деятелей, которые упоминаются в квестбуке. Ирина Антонова, Владимир Куликов, новости Ул.Правда ТВ.